Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами поговорим о новинках каталога 16-2024. Сразу говорю, что новинки будут не все. Это будет только первая часть, потому что новинок слишком много. Прямо их такое огромное количество. Ну вот, на первый обзор я, в общем, выложила новинок. На самом деле их куча кучная. Давно столько много новинок не было. Я их заказывала в трех заказах, потому что в один заказ можно только 50 единиц. Заказывала под собой и под дочкой, потому что мы с ней оба уже випы, она золотой, я рубиновый, поэтому практически все новинки нам достались. А бюстгальтер я уже заказала чуть позже. И нижнее белье тоже чуть позже, оно еще мне не пришло. Ну что ж, дорогие мои, открываем нашу первую страницу. Кстати, каталог будет действовать с 28.10 по 17.11. А вот такая красота нас с вами ждет. Давайте же будем смотреть. Один крем мне для начала не пришел, но я помню, что я его недавно заказывала, потому что он мне нравится, и он у меня уже открытый, да, вот как бы получается. Он оказался не новинка, вот этот с домиком кремчик, это не новинка. А остальное все новинка. Очень интересно вместе с вами посмотреть вот на этот соцбальзам. В общем, давайте начнем сначала. Ну, вообще, давайте вспомним, что вся линейка зима – это морозы, ветра, дует и так далее, обморожения могут быть и все такое прочее. И тут, конечно, вот этот именно защитный крем для лица, он создан специально для интенсивного ухода за кожей в зимних условиях. Он содержит 4% масла ши. Между прочим, они идут для всей семьи 3+, то есть щечки детишек в садик уже можно смазывать. Защищает кожу от агрессивного воздействия мороза, ветра, резких перепадов температур, улучшает цвет лица и, конечно же, смягчает, питает, дарит комфорт. Мы очень много лет этой линейкой пользуемся, и я прям в восторге от этих кремов, они и впитываются хорошо, и шикарно идут как база под макияж, прям шикарно. Ну, SPF тут, конечно, нету, зимой тоже солнышко бывает, но у них зато есть классный такой момент, не закупоривает поры, позволяет коже дышать, и можно пользоваться в качестве основы под макияж, и подходит для всех типов кожи. В составе идет масло ши кокоса, ши тут 4%, и также касторовое масло и витамин Е, то есть все, что нужно, чтобы коже было хорошо, поэтому этот кремчик я еще с прошлого года очень сильно люблю. Следующий кремчик мы с вами возьмем ультра питательный крем для лица, рук и тела. Он идет 150 миллилитров, я так понимаю, артикул 120-24. Так, открываем. Тут такая вот защитная пленочка получается. Ее подцепляем. Вот, кстати, в этот раз в Москве, у меня, когда я хожу в душ в Москве, очень сильно, прям мега сильно кожа сохнет. И я вот такой крем за 9 дней, ну, вместе с мужем, конечно, просто израсходовала. Вы представляете? Такой симпатичный снегиречек, тоже масло 6% написано. Он то же самое делает, что и предыдущий крем, только он идет для лица, рук и тела. Он подходит для взрослых и детей 3 лет, но в составе у него немножечко другой. Тут добавлен еще пчелиный воск, который создает защитный барьер на поверхности кожи, оберегая от морозов. Помогает удерживать влагу и предотвращает ее испарение. И делает кожу более гладкой. Также, да, масло ши кокоса и витамин Е. Он такой, знаете, слегка, я бы даже сказала, такой водянистый по сравнению с тем. Чувствуется, что он идет реально с таким очень плотным, классным увлажнением. Я прям с него, честно сказать, кайфую. Запахи. Запах у него не изменился. Линейки с прошлого года такая, ну, на мой взгляд, морозная вишня, что ли. И впитывается он идеально и мгновенно. В общем, это любимчик многих наших лет. И я даже не представляла, что какой-то там, знаете, крем, вот серьезно, может действительно так хорошо и качественно ухаживать за кожей. Это очень приятное ощущение, потому что кожа сразу же преображается и становится очень ухоженной. Как вода в обычном креме может быть, да, и антиоксиданты и так далее. Это очень здорово. Сухость, стянутость, шелушение, да, то есть восстановление кожи, да, это все есть. Но самое главное качество – это вот комфорт. И даже если после душа, да, вот мы пошли в душ на ночь, его не нужно, ну, конечно, если не всю упаковку на себя, да, нанесете, его не нужно долго ждать, пока он там впитается, не впитается, он очень быстро впитывается. И вот это ощущение того, что тут прямо очень хороший уход, да еще и плюс хорошо впитывается, да еще и прямо кожа себя лучше чувствует и начинает красивее выглядеть. Вот это, конечно, все вот к этому крему зима, хотя он весьма недорогой. Далее у нас с вами идет такой вот бальзамушка для губ. Так, господи, как же его открыть? Давайте попробуем. Тут такая пленка. Да, в такой пленочке, значит, он приходит. И такой вот он обычный, клевый и классный. У меня обычно, ух, еще заклеено, да. Вот, обычно у меня его расходует муж или дочь.
обе дочери, да, то есть я беру таких по 3, по 4 на зиму. У нас еще есть другие бальзамы антивозрастные и так далее, но вот этот вот, он самый классный, то есть его практически незаметно на губах, ни на мужских, ни на каких, и он создает ощущение вот реально вот такого вот ухода, такой вот напитанности шикарной. Поэтому, конечно, я с превеликим удовольствием и его буду заказывать. Он защищает губы от мороза и ветра, предотвращает обветривание, помогает бороться с сухостью, шелушением и трещинками на губах, и глубоко увлажняет и смягчает. Поэтому, конечно, помада у каждого в семье должна быть своя, я так считаю. Далее переворачиваем страницу, видим вот такую красоту. Вот это очень хочется мне попробовать. Но начнем мы с вами с крема для рук. Вот такой вот крем для рук 120-23. Он создан специально для интенсивного ухода за кожей в зимних условиях. Его я еще не пробовала, но я пробовала предыдущие кремы для рук. Это, конечно, must have теперь у нас. Почему? Потому что у ребенка часто трескаются руки от холода, а у меня тоже самое бывает. И, конечно, мы мучаемся с линеечкой зимой. Конечно, это все очень быстро проходит. Если еще перемешать с малофтелином, не чистый малофтелин, а вот это и малофтелин вообще, получается шикарно, да? То есть малофтелин по отдельности и крем для рук по отдельности немножечко не то. А вот чуть-чуть по капельке перемешать и на детские ручки нанести, вообще получается в восторге. Он содержит комплекс 3 натуральных масел. Он защищает кожу рук от агрессивного воздействия, холода, ветра, резких перепадов температур. Такой вот хорошенький, да, как вы видите, весьма такой густой. Устраняет сухость, шелушение, смягчает, питает. И, конечно же, дарит коже комфорт. Вот, тут у него в составе идет масло какао, что отличает его от всей линейки, да, тут идет масло какао, которое помогает коже удерживать влагу, бережно питает ее, делая более мягкой и гладкой, способствует процессу регенерации клеток и помогает восстановить и укрепить кожу. Также масло ши и кокоса обладает увлажняющими и питательными свойствами, смягчает кожу, повышает ее эластичность. И также, конечно, витамин Е, он обладает антиоксидантными свойствами и помогает защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов. То есть такая вот красота, наносится великолепно, и вы знаете, я чувствую, что хоть я и слишком много нанесла, да, но все же он прямо так хорошо впитался и так быстренько впитался, мне нравится, прям супер такое ощущение. Это, кстати, наши новые наклейки, я уже их наклеила, вот, но это вот в следующем обзоре, да, ну слушайте, мне нравится, ощущение приятное. Запах такой же, как у всей линейки, только чуть-чуть с горчинкой, с каким-то привкусом. Ну, может быть, что вот это масло какао, легкий-легкий такой оттеночек есть. Вот у кого прям носы очень чувствительные, нет, этот оттеночек почувствует. Я тоже, потому что не сразу его даже и почувствовала. Дальше у нас идет с артикулом 120-25 согревающий крем для ног. Тоже очень интересно. Он незаменим для долгих и приятных прогулок в холодное время года. Представляете, да? Содержит комплекс из 3 согревающих компонентов, которые помогают сохранить ноги в тепле. Обалдеть, конечно, да? Вот тут вот смотрите. Он разработан специально для интенсивного питания и смягчения кожи стоп. Уютный аромат корицы. В составе у нас идет имбирь, камфора и перец, которые обеспечивают ощутимый согревающий эффект и стимулируют микроциркуляцию. Ну что ж, давайте будем пробовать. Прям он греет-греет. Так, желтенький такой он, да? Так, запах. Ну, запах такой легкий. Я бы не сказала, что он прям сильно пахнет, запах такой легкий. Ну что ж, давайте вот тут нарисуем пятнышко на ручке и посмотрим, как он будет наш греть. Так, я уже начинаю чувствовать тепло, причем такое ого-го. Знаете, какое такое теплое, приятное, невесомое тепло? Но нужно еще немножко подождать. Вот когда наносите маску с перцем на кожу головы, вот что-то типа такого я чувствую сейчас. Очень-очень похоже. Запах ментола я чувствую, прям резкий запах ментола. Хотя вот так с пальцев я не почувствовала, а с кожи я чувствую сильный запах ментола. Ну, да, очень интересное, да. Посмотрим. Разработан специально для интенсивного питания, смягчения кожи ног. И идет с 3 аж прямо согревающими компонентами. У меня идет охлаждение. И вот знаете, ощущение еще, вот знаете, у нас есть охлаждающий антицеллюлитный крем. Я его очень люблю, потому что кожа с него прям тоже ровная, гладкая. И он так охлаждает очень хорошо. Да, в жару я его обожаю просто наносить на себя, и я кайфую, мне не жарко. Вот тут такое же ощущение, греющий какой-то холод, очень приятное, конечно. И аромат ментола, хотя я далеко нахожусь от руки, да, сейчас рука на столе лежит, а я просто сижу, я чувствую, мне прям так
Нормально пахнет, не бьет нос, но нормальный такой аромат, не слабый. В общем, интересно. Далее у нас с вами вот такой вот маленький сос бальзам для кожи лица. Он идет 15 мл. Густая текстура на основе масел и восков с питательными и заживляющими компонентами. Обеспечивает бережный уход за нежной кожей при ветре и непогоде. Защищает от обветривания, сухости, смягчает, питает. Ну, слушайте, очень удобно брать с собой. Вы не находите? Вообще, мне кажется, очень удобно брать с собой. Так, давайте с вами посмотрим как раз-таки составчик, чтобы было удобно. Можно поставить на паузу, почитать, что тут дальше написано. Но на него аннотация довольно-таки серьезная, потому что сос-бальзам создан специально для интенсивного ухода в период холодов. Защищает, смягчает, питает, ускоряет восстановление, стимулирует процессы заживления. То есть он идет заживляющий, да? Дальше, густая текстура на основе восков и масел не оставляет ощущения липкости. Вот такой вот красавчик. Давайте будем смотреть его густоту. Ух ты, он очень густой, как вы видите, да? Как встал, так и стоит. Да, прям густющий. Видите, так вот прям тянется, очень густой. Ну, девочки, это целая маска у меня сейчас будет для рук. Ну, слушайте. Это круто, конечно, такой белесый, очень сильно, мега плотный, по ощущениям, да, подходит, написано, что для взрослых и для детей с 3 лет. Тут, значит, основа восков, масел, не оставляет ощущения липкости, и масло ши, и масло подсолнечника, ого, значит, глубоко питает, ухаживает за сухой и чувствительной кожей, смотрите, даже кожа-то тянется. За таким густым кремом кожа тянется. Это глубоко питает, значит, ухаживает за чувствительной кожей, укрепляет барьерные свойства кожи, предотвращает появление признаков сухости и обезвоженности. То есть и лечит, и предотвращает. Ну, очень интересно, конечно. Интересно, как он впитывается, да, с какой скоростью. Тоже хотелось бы знать. Да, но, на мой взгляд, впитывается очень даже хорошо, хотя слой был такой, ну, не маленький, не маленький. Хорошо, конечно, его можно заказать хоть 100 штук, хоть кому угодно дарить, он недорогой. Я считаю, что очень полезная вещь в доме. Артикул 120-26, шикарно. Но то, что он заживляет, отдельный ему респект. И то, что он такой маленький, тоже отдельный респект, потому что удобно брать, допустим, с собой в школу, еще куда-то. То есть мороз, щечки раз-два помазал уже как бы перед выходом, да. Ну, там надо минут за 15 и потоньше, иначе можно сделать еще хуже. Господи, вся в креме, вся в креме. Счастье-то какое, да? Да, как бы мне нравится это средство, пусть оно новенькое совсем, но великолепно просто. Так, следующая наша линейка, это вот такая, Winter Care, если я правильно читаю, очень красивая, она состоит из двух гелей для душа, из, получается, двух шампуней, один зимняя защита, другой шампунь-бальзам, интенсивное питание, оба два шампуня-бальзама, да. Так, гель для душа персик и нежный йогурт. Дальше идет жемчужная соль, мыло фигурное в виде елочки, голубой почему-то, не зеленый. А вот, дальше интенсивное питание. Это у нас идет, скорее всего, крем для рук. А еще один крем для рук, бережная защита. Угу. То есть подарков надарим с вами. Обалдеть, даже в магазин ходить не нужно. Все вот это вот уходовое, оно клевое и классное у нас в компании. И действительно очень-очень хороший у него такой выбор, да, хороший очень выбор подарков. Так, ну что ж, давайте с вами посмотрим гель для душа. Это у нас идет нежный йогурт. Он идет как обволакивающий ягодный аромат. Давайте посмотрим его на густоту. Ну да, такой жемчужный, приятный, средней густоты. Не бьющий в нос, очень такой приятный зимний аромат, не бьющий в нос, что очень-очень приятно. Так, девочки, составчик получается, что нужно, да, посмотрите. Вот, он нежно очищает кожу, не пересушивает, нам и обещают, да, и окутает себя невесомым облаком пены с нежным ягодным ароматом, который наполнит о вкусных десертах на праздничном столе. Ой, описание какое, все, мыться побегу сейчас. Да, вот такой вот душик, очень приятный аромат, нежный и легкий, не бьющий в нос. Угу, хорошо, следующий у нас с вами идет шампунь, бальзам, зимняя защита, артикул 81-42. Он у нас надежно защищает пряди от зимних морозов, ветра и сухого воздуха в помещениях. Нежно ухаживает за ними, делает их более мягкими, возвращает здоровый блеск, природную яркость. Единственный совет, который мне бы очень хотелось дать, когда вы пользуетесь шампунь, бальзам 2 в одном, то бальзамчика потом в конце, как вы шампунь смыли, да, шампунь, бальзам смыли, а то все-таки нужно нанести еще чуть-чуть бальзамчика, чтобы закислить среду, иначе волосы будут трескаться там, да, то есть обламываться, еще что-то пушиться, вот, чтобы этого не было, конечно, еще чуть-чуть бальзамчика, хотя бы на кончике. Это артикул 81-42, давайте его посмотрим, господи, жемчуг.
Очень такой приятный конфетный привкус. Очень вкусненький такой. Вы знаете, он классный. И все вот эти вот шампуни, сколько бы я их ни покупала, ни брала на обзор, я всегда их измываю без всяких нареканий. От них у меня никогда не было раздражения, что-то там чесалось, волосы там, не знаю, утяжелялись, склеивались, там еще что-то. Нет. Перхоть, да, то есть никогда ничего. Отличные просто шампуни. Я прям знаю, что такие классно дарить на подарок. 8142 шампунь-бальзам. Зимняя защита называется. Еще один шампунь-бальзам. Это уже интенсивное питание у нас с вами получается. Бережно очищает, питает, возвращает эластичность, здоровый блеск. Ну да, артикул 8141. Давайте же его посмотрим. Тоже жемчужный такой вот светленький, красивый оттеночек, приятненький, да? Так, аромат. Ну тут более нежный такой аромат, более приятный. Ох, у меня еще 3 парфюмерных воды на обзоры, 4-я. Тоже феерик, новинка. В общем, много будет обзоров. Значит, артикул 8141 тоже мне понравился. На вкус, на цвет, на запах, на оформление. Подарок будет просто шикарный. Я считаю, что это прям очень красивое такое оформление. Да, очень приятное. Если белое гладенькое, то такое уже получается шероховая такая поверхность. Прикольно. Даже сделали вот тут, да, такой небольшой, малюсенький, еле выраженный, но 3D, да, винтер тоже. Буковки, видите, да, все как бы немножечко так выпирают слегка, и получается очень классно. I love you, winter. В общем, достойная такая линеечка на подарочек. Очень даже красиво получается. И следующий гель для душа — персиковый джем. Вот не люблю персик. Давайте будем слушать аромат. Ну вот даже ж. Персик прям не молочный какой-то, а вот прям натуральный персик, честно говорю. Прям вот натуральный такой персик, сочный. У меня муж очень любит персики, а я вот не особо. В общем, я знаю, что я ему подсуну. Прям идеальный персик. Вот прям, знаете, как вот в магазине продают персики. Вот заходите, да, и вот этот аромат персика натуральный. А не химозный, не джемовый, не вареньевый, да. Не молочный, а вот именно натуральный свежий вкус персика. Очень вкусно. Артикул 8126. Что он делает? Он моет, не пересушивая. В принципе, да, великолепно, великолепно. Все они идут 250 миллилитров. Да, я знаю, мы с вами привыкли уже, да, к большим объемам, но эти 250 на подарок будет шикарно. Так, дальше что у нас с вами идет? Это такое вот фигурное туалетное мыло. Вот такая вот голубая елочка, очень приятненькая, с логотипчиком Faberlic. Ну, запах у нее, как вот у всей линейки, такой же вот интересный. Называется пушистая ель мыльце. Оно идет 60 грамм, артикул 8130. Ну, классное, клевое мыло. Даже если вы будете что-то другое дарить, то это мыло будет прикольно в заказ тоже кидануть за однаким. Классно. Так, ну и, конечно же, у нас с вами идет жемчуг для ванны, ванильное мороженое. Давайте же смотреть, что же это такое за жемчуг. Так. Жемчужная соль, ванильное мороженое, 75 грамм. Сияющие жемчужины окрасят воду и окутают восхитительным сладким ароматом. Артикул у нее 8128. Подготовила такую теплую водицу, градусов 40, наверное, сделала. Нежные жемчужины передают воде легкий оттенок и деликатное сияние. Ну, давайте прям будем пробовать. Интересно, как они прям выглядят. Ага. Таким вот образом, такие красоточки. Так, ну все, в принципе, понятно. Ну что ж, поехали. Сладкий аромат сливочного мороженого. Да, вот такая вот соль. Но я много не буду сыпать. Так интересно. Давайте посмотрим. Ну, растворяется хорошо. Так, ванильное мороженое хочу почувствовать. Да, действительно, пахнет, знаете, чем? Пломбиром. Я бы это пломбир назвала. Морская соль в составе делает кожу более мягкой и нежной. Ну вот, в принципе, все окрасилось у нас уже в такой нежный, легкий, розовый, приятный такой оттеночек. Оттеночек, если это высыпать, да, на всю ванную, не будет прям такой ярко выраженный и крутой. Будет вот примерно такой же розовенький, приятненький. Ну, классно, я бы сказала, супер такой подарочек. И правда, аромат не сильный, нос прям сильно не бьет, просто такой ванилькой сладкой пахнет. Вот у меня еще ощущение было, что оно пенится, но как будто бы не пенится, да, помните нашу с вами предыдущую соль, она немножко пенилась. Это нет, это уже не пенится, это уже обычная такая соль. Нет, не пенится, где-то что-то вроде бы есть чуть-чуть, но я не вижу, чтобы она сильно пенилась. А вот такая вот красота. В общем, эксперимент с вами провели.
Следующий эксперимент у нас с вами будет бурлящий шарик с игрушкой с артикулом 2321. Это лимитированная зимняя коллекция Lovely Moments. Коллекция тут идет из 25 игрушек. Я не знаю, какой мне попадется в этот раз. Мне попалось оба желтеньких шарика. Скорее всего, они все желтенькие, но игрушки разные. Они попадаются случайным образом, и собираю всю коллекцию веселых рыбок. То есть там рыбки у нас внутри. Подходят для детей от 3 лет. Так, ну что ж, давайте будем смотреть. Будем разрезать. Вот такая вот красотища. Так, вот такой вот шарик. Ну что ж, опускаем. Сейчас как... чуть не вышло из-за краев. Смотрите, как сильно бурлит. Вода у нас с вами будет окрашена в такой желтый цвет, насыщенный, я так понимаю. Слушайте, аромат банана я чувствую. Слушайте, неужели тут аромат банана идет? А, прям до сюда стреляет. Классно вообще. Видите, какое бурление у нас тут идет. Сейчас посмотрим, что всплывет. Вместе с вами жду. Надеюсь, что дожду. Аромат как будто бы банановый такой, знаете, очень приятный. Мне нравится. Так, что еще у нас тут есть? Коллекция Lovely Moments, она вдохновлена, оказывается, сказочными моментами детства и создана специально для тех, кто ждет Новый год больше всех. Вот такая тут аннотация. И, наверное, игрушка скоро поднимется вверх. Вот она, видите, да? Самое основное бурление вот тут. Скорее всего, сейчас пробурлится и вверх поднимется. Ну, бурлит нормально. Так, давайте проверим. О, почти уже все. Видите, чуть-чуть осталось уже от шарика. Да, запах какого-то, знаете, банана. Как вы видите, руки тоже немножечко пожелтели. Но вроде как не покрасились. Здорово. Ждем, ждем, ждем. Наверное, скоро будет все еще бурлит. Где игрушка? Она, по идее, должна всплыть. Дайте игрушку взрослому ребенку. Ребенок игрушку хочет. Ой, я как маленькая. Так, тут нету. Вот она. Слушайте, она не плавает, эта игрушка. Она не всплывает по ходу. Маленькая такая вот рыбинка. Нет, она не всплыла. То есть ее надо где-то будет найти еще на дне ванной, я так понимаю. Ну, не знаю, насколько это удобно. И осторожнее, смотрите, насколько мелкий предмет. Не оставляйте ребенка одного. А дети все любят тянуть в рот. Я считаю, это мелкой очень игрушкой. В прошлый раз как-то вроде бы менее качественная игрушка была, но более крупная, по-моему. В этот раз качественная такая хорошая игрушечка. Да, ребенку будет действительно прикольно ее найти, но она очень маленькая, да. То есть имейте в виду, что... Далее у нас с вами будут два кремчика. Первый крем для рук – это бережная защита. Артикул 1204 у него. Так, значит, для чего он создан? Окутывает заботой, питает, защищает нежную кожу рук, предотвращает обветривание и шелушение. Также нежный аромат сливочного персика создает атмосферу тепла и уюта. В общем, такой вот кремушка 75 мл. Я считаю, это нормальный такой большой объем, который может хватить одному, конечно, человеку на пол зимы. Я так думаю. Такая вот красота. Довольно-таки густой, плотный. Напоминает мне вот эту вот зиму соус-бальзам для кожи. Такой прям очень плотный, но разносится такой немножечко водянистой эмульсией и очень быстро впитывается, да, особенно после того, как я руки помыла, прямо раз и нету крема. Прям очень быстро, шикарно. Запах нежный, легкий, приятный, еле уловимый. То есть его можно дарить людям, которые не любят сильные запахи резкие, да. То есть очень такой нежный запах, приятный. Вот мне нравится, когда есть и яркие ароматы, да, в компании для тех, кто вот ароматоман, как мы прикалываемся. И, конечно же, для тех, кто чихает, да, сильных ароматов. Вот как, допустим, моя мамуля. Ей дай крем для рук, какой-нибудь дыня и арбуз. И мама будет чихать всю неделю. И еще через 3 дня его почувствует. Ну и следующий крем для рук. Это у нас идет интенсивное питание. Он глубоко увлажняет, смягчает, питает кожу. Давайте хоть чуть-чуть побольше, да, выдавлю. Делает ее мягкой, бархатистой. Просто питает, да, уже. То есть не защищает, а питает. Бережная защита до улицы. Интенсивное питание после того, как уже пришли домой, помыли ручки. Очень удобный, кстати, тюбик с собой можно носить. Да, вот с дозатором с собой особо не возьмешь, а тут прям удобно. Насыщенная текстура у крема идет, которая интенсивно питает кожу, делая ее мягкой и бархатистой. Сладкий аромат морозных ядок с нотами свежести создает атмосферу волшебного праздника. Ну да, такой еле-еле, конечно, для меня этот аромат еле-еле. Господи, как хорошо разносится. Боже мой, великолепно просто.
Классное такое ощущение. Кстати, тут, видите, да, слегка покраснела. Легкая-легкая такая гиперемийка образовалась слегка-слегка. И до сих пор теплится вот это место. В общем, долго. У меня кожа на очень долго сработала, да, на согревающий крем для ног. Я думаю, прям видите, да, я вот сейчас порисую, как вот солнечное, да, что-то. Видите, полосочки остаются светлые. Вот такая небольшая гиперемейка есть. Красота, красота. Ну, слушайте, даже не знаю, какой лучше. Оба крема классные. Мне кажется, защитный впитывается быстрее. Ну, потому что мы уже торопимся, да, одеть перчатки, варежки и так далее, да, он впитывается как будто побыстрее. Этот может на минуту дольше впитываться, но опять-таки я чувствую, что питательных веществ в нем больше содержится. Почему? Потому что он уже питает, да, он слегка такой пожирнее, получше, и будет лучший уход. В общем, вот такая вот история. Великолепно. Ну, этого вообще практически уже нет на руке, пока я снимаю. Ну, сколько прошло? Минута? Сколько я болтаю? Минуту, две? Кто-нибудь засекал? Да, вот такая вот у нас с вами клевая, классная линейка Винтер, которая подойдет и в дом, и на подарок. И на подарок, в принципе, кому угодно. Также хочу забежать немножко вперед и показать вам вот такие вот переводные наклейки для ногтей. Что-то мне подошло, что-то нет. Вот эти змейки в размере 4 штук были вот тут, да, 2 белые, 2 черные. Мы их вырезали сразу же с мастером своим, наклеили. То есть он и под гель-лак идет, не только на обычный там лак, да, под обычный лак. А вот с этими, со всеми местами, у меня была проблема. Когда я смерила, мне показалось, что у меня подойдет на большой палец. Так вот, для большого пальца от начала до вот где-то вот столько не хватило, чтобы покрыть. А ровно по центру мы решили не класть, потому что, ну, глупость какая-то. Тогда нужно было бы что-то дорисовывать. И мы вот его вырезали, но вот не доклеили. То есть такая вот у нас история. 71-35 вроде бы как подходит, но для очень изящных пальчиков, да, мой ноготок не вошел сюда. То есть не хватило материала. Вот такая вот красота. Так, ну и далее в ожидании сказки следующая страница. У меня тут есть все, кроме наклеек. Наклейки мы что-то не нашли. Их, наверное, еще пока не поступили. Они, может быть, в наличии. Или я где-то пропустила и не тыкнула, и не заказала. Поэтому наговаривать на компанию лишний раз не буду. Но такой просто склад новинок я вижу впервые, наверное, в жизни. Ну, за 2024 год точно впервые. Итак, у нас с вами 3 таких вот классных детских новых аромата. Первый это идет детский шампунь-гель с блестками апельсиновой дольки. Он реально супер. Вы только посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту красоту. Супер. Да, видите, сколько тут блесток, они все переливаются. Детям это будет прям в превеликую радость. Я думаю, что это просто мега-вау. Будет хит. Артикул 10.0.95. Давайте его попробуем. Вот так вот выдавить и посмотреть уже вживую, как оно вот тут вот есть. Вот такой вот он прям искрящийся, классный и красивый. Мне прям понравился, супер. Прям великолепно. Не находите? Супер, да? Так, аромат нежного апельсина, не бьющего в нос у него получается. Артикул 10.0.95, он идет 200 мл. Такая вот красотища. Он бережно мягко очищает кожу и волосы. Нежная мерцающая текстура, яркий сочный аромат апельсинов подходит для детей от 3 лет. Вот такая вот красота. Но спрейчик все равно, я думаю, что нужен ухаживающий. Мне очень понравился этот шампунчик. Уже очень понравился. Далее, следующая красота. У нас с вами идет детский шампунь бальзам 2 в 1. Черничный пудинг. Артикул 81.32. Вес 206 грамм, объем 200 мл. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как же черничка пахнет. Какая же у нее консистенция. Ну, такой, знаете, обычный, как будто бы и взрослый шампунь. Такая же густота хорошая, консистенция великолепная. Тоже нежный аромат, не бьющий в нос, прям не сбивающий с ног, да, черники. Он бережно и мягко очищает волосы, ухаживает за ними, делает пряди более мягкими, послушными. Конечно же, облегчает расчесывание. И яркий ягодный аромат напомнит об уютном вечере. Подходит для детей от 3 лет. 81.32 артикул. Ну, слушайте, шикарно. Новые герои для детей. Мне кажется, это мега интересно. Такой снегирек. Так, и это, конечно же, у нас идет снегирек. Как раз таки гель для душа клубничный вихрь. У него тоже идет мягкая формула, которая содержит только безопасные ингредиенты для деликатного очищения кожи без пересушивания. Артикул 81.31. Ну, слушайте, еле вот этот вот, да, плывет. Я так понимаю, он очень густой, раз еле пузыречек плывет. Да, и давайте посмотрим. Ну да, он действительно, да, еле растекся по крышечке.
все-таки клубничное варенье, не свежая клубника, а такое клубничное варенье, аромат. Ну вот мой нос именно это услышал. Но я сегодня столько ароматов много перенюхала, что могу и что-то уже не то сказать. Артикул 81.31. Просто, может быть, я уже своему носу не так хорошо доверяю. Ну и, конечно, кремушка у нас с вами идет, многофункциональный крем. Ну, что он делает? Он питает кожу, защищает ее в холодную погоду, окутывает нежным клубничным ароматом и подходит для всей семьи. То есть ребенок может его наносить, да, куда хочет, так как это многофункциональный крем. Допустим, мама наносит свой крем на личико, и ребеночек тоже может слегка свой кремчик нанести. Формула действительно такая легкая, приятная. Плотности немного в нем. Если сравнить, да, вот, например, с этим, с бальзамом, то, конечно, 10 раз меньше плотности, если с этим, то раза в 3 меньше плотности. То есть такая вот консистенция. Артикул 120.10. Он защищает, получается, от обветривания и шелушения, как вот тут указано в аннотации, да, и, конечно же, вот этот вот яркий аромат клубники, клубничного варенья, я бы так даже выразилась, очень даже ничего. Тоже как бы прикольно. Я очень часто думаю, вот я стою с утра, крем наношу на лицо, и дети на меня смотрят, что вот там мама что-то делает с собой. Сказать, хочешь со мной, да? Девочек, мальчиков нужно, конечно, приучать следить за кожей, за собой. И вот в такие моменты детский крем, он очень сильно выручает. Как бы здорово. Ну и впитывается довольно-таки хорошо и быстро. Да, без проблем. Отлично так. Ну что ж, мои дорогие, VIP-новинки. Часть первая 16-го каталога подошла к концу. Ждите вторую часть. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.